среди опер Верди есть непризнанный шедевр. То, что она оказалась в тени Риголетто, Травиаты, Трубадура и так далее, всегда воспринималась как одна из величайших несправедливостей в истории жанра. Такая огромная, такая насыщенная и по музыке, по эмоциям, по чувствам, по всему. Характернее опера для Верди, чем Луиза Миллер, нету. Музыка очень мистическая и очень такая выразительная. In questa produzione abbiamo lavorato tanto sulla teatralità, quindi sullo scambio di emozioni tra tutti i personaggi. Для меня новая опера, я ее не исполнял. Это не просто вокальная роль, это вокально-драматическая роль. Это сложно, потому что нужно быть уверенным вокально больше, чем на 100%, чтобы отдаться драматизму музыки. Столкновение людей из разных классов, власть, которая калечит жизнь маленького человека, да, вот прямо социальная драма. Это о любви, но о волшебной любви между дочерью и отцом. Она настолько сильна, что все остальное уходит на второй план. Часто современные спектакли такие, что суть музыки меняется. Наш спектакль, я думаю, не такой. Там очень хорошо все балансировано.